Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. И одно из самых великих дел, самых лучших дел в этом мире, то, что ты и я были служителями этой религии, чтобы мы помогали ей. Сегодня нет больших ученых среди нас, сегодня нет огромных средств у нас. Однако это шанс для каждого из нас. Ты можешь заработать для себя благо. Аллах доверил в наш век, на нашей земле. Религию нам, разве кафиры будут ее распространять? Разве придут вероотступники и будут говорить, распространяйте эту религию? Аллах после сподвижников сегодня доверил эту религию тебе. Ты ответственен за распространение этого призыва. А как относимся сегодня к этому мы? Многие из нас относятся, что это как бремя ненужное, что это как обуза для нас. Наша религия стала для нас обузой, когда тебе говорят, ради Аллаха, для этой религии нужно что-то сделать. Люди отворачиваются, и они утверждают, что если был бы век пророка, саллиллаху алейхи вассалям, они были бы сподвижниками, ради Аллаху анхуарда. Поэтому, братья, цените то, что вам дал Аллах. Аллах привел вас в эту религию. Аллах возложил на вас сегодня эту ответственность. Донесите ее до следующих поколений должным образом, подобно тому, как до вас донесли эту религию сегодня. Ваша награда ждет вас у Аллаха Всевышнего. Наши силы слабы. У нас нету того, что есть у наших противников, у наших врагов, врагов нашей религии. Но клянусь Аллахом, если мы вернемся к тому, с чего начиналась эта религия, к ее основам, если в наших сердцах будет искренне глубокий иман, клянусь Аллахом, Аллах даст поддержку и победу этой религии, и она не будет побеждена.